Ребят, всем большой привет! Добро пожаловать на канал Иринка Мисс Кик. Меня зовут Ирина, очень рада вас видеть на своей страничке. Сегодня хочу с вами поделиться своими новинками в уходе за домом. Да, это рубрика «Хозяйки на заметку». Если вы любите такого рода рубрику на моем канале и вам интересны такого рода видео, конечно же, усаживайтесь поудобнее, берите что-нибудь вкусненькое, главное, полезное. И я вам желаю приятного просмотра. Приготовила. Сегодня у меня будут новиночки в уходе за домом, и для меня это актуально, для меня это интересно, потому что, во-первых, сейчас в последнее время именно уход за домом для меня превратился в какой-то каторжный труд, потому что обычные средства, которые я покупаю в магазине, они, конечно же, отлично очищают, они мне помогают в уборке с домом, но эти средства стали вызывать у меня астматические признаки, потому что там присутствует какой-то хлор или активные компоненты, которые очень сильно мне, так скажем, нарушают мое здоровье, поэтому как-то это не очень хорошо, и я решила попробовать перейти на натуральную продукцию, потому что она идет более безопасно для таких людей, как я. И сегодня, когда, точнее, я погуглила и нашла то, что данная продукция есть, и она производится еще на территории нашего государства, мне стало это крайне интересным, я решила попробовать, почему бы и нет, тем более там средства практически все универсальные, и они идут не только для, допустим, порошки для взрослых людей, они еще, их можно использовать как для взрослых, так и для детей. И, в общем, что я болтаю, давайте я вам просто покажу, что я взяла, и потихонечку уже разберемся. Первое, что мне попадается, что я хочу показать из новинок, это бренд Fresh Bubble, еще раз говорю, это порошок, универсальный стиральный порошок отбеливающий, он подходит как для детского белья, так и для взрослого, написано то, что он подходит также для чувствительной кожи, данный порошок у меня идет в объеме 1 килограмм, но он рассчитан на 40 стирок и действовать уже он начинает от температуры 30 градусов, на самом деле это прям такое серьезное заявление для порошков, тем более для натуральных, и для меня это будет первое знакомство, конечно же, в пустых баночках я все подробнее о нем расскажу, понравился он мне или нет, так что не забывайте подписаться на мой канал. Что идет в комплекте с порошком? Он идет здесь в таком пакетике, и в комплекте к нему идет еще мерная ложечка. На самом деле, мерные ложечки не каждый производитель вкладывает в свои порошки, хотя всегда сзади у порошков прописано, какой вес нужно использовать, либо количество миллилитров порошка для оптимальной стирки белья. У многих производителей прописана инструкция, как пользоваться порошком, но не у всех производителей есть мерная ложечка. Это несравнимый плюс. Подходит для детского белья, и мне кажется, это очень круто, и конечно же, как все попробую, обязательно вам расскажу. Мне крайне интересно попробовать такого рода порошок. Следующее, что я приобрела для стирки, это был уже кондиционер для белья, тоже бренд Fresh Bubble. Он идет на растительных компонентах, здесь его 1,5 литра, и он идет с ароматом прованские травы. Как вы знаете, я очень люблю лаванду, и я ни разу не встречала кондиционер с приятным ароматом лаванды. Я решила, почему бы не попробовать с натурального, а вдруг повезет. Сейчас мы вместе с вами попробуем его аромат, понравится он мне или нет на первое впечатление. Кстати, очень приятный аромат лаванды. И она какая-то такая, знаете, прям интересная. Посмотрим, как, конечно, будет это все на белье, какое будет белье после использования данного кондиционера. Конечно, это все я расскажу уже в своих пустых баночках в уходе за домом, но мне дико интересно его попробовать и тестировать, наверное, пробовать его начну уже сегодня, потому что для меня это будет первый натуральный кондиционер для белья. И еще раз говорю, крайне важно то, что данный кондиционер подходит для детского белья, и то, что, наверное, он должен хорошо ополаскиваться. Ну, конечно же, все подробнее расскажу позже. У него, кстати, очень удобная идет упаковочка такая, с такой ручкой, и 1,5 литра не так сложно будет наливать, переливать. То есть за упаковку плюс отдельный. Итак, следующее, что я взяла попробовать, это тоже бренд Fresh Bubble. Это уже чисто
называется «Чисто паста для чистки любых поверхностей». Как производитель пишет, подходит для варочных поверхностей, панелей, стеклокерамических, металлических, эмалированных, кафеля, посуды, хромированных сместителей. В общем, для чистки ванн, кроме акриловых, раковин и унитаз даже подходит. То есть здесь его идет объем, сейчас скажу сколько, сколько у тебя здесь, 150 миллилитров универсального средства, которое чистит весь дом. Правда, серьезное заявление? В общем, как попробую, обязательно вам расскажу. Он здесь идет у нас, кстати, упакован. И для меня, хотя это даже бытовая какая-то, да, химия выходит за домом, для меня это тоже очень приятно, потому что я люблю, когда все продукты упакованы, и прям я первая самая их открываю. Так что, как попробую, обязательно вам расскажу. И да, подписывайтесь на мой инстаграм miskik9970. Там я, наверное, с вами поделюсь первыми впечатлениями от использования данного продукта в уходе за домом. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить сторис либо пост. Мне самой дико интересно узнать, как он будет выглядеть. Здесь, конечно, он такой вот плотненький, какой-то на глину похожий. И к этому заказу у меня здесь были пробники бытовой химии. На самом деле, для меня, вы знаете, я очень люблю пробники, и когда я здесь увидела то, что присутствуют пробники, я прям так, да-да-да-да, мне очень это нравится, поэтому сейчас посмотрим, что нам положил производитель, какие пробники. Не пожалел, кстати, хорошие пробники в объеме 100 мл. Первое, что мне попадается, это гель для стирки белья, для цветного белья, написано Color. Тоже написано для растительная основа внутри, интересно попробовать. Возможно, он тоже также подходит, скорее всего, да, он подходит и для взрослых, и для детских вещей. С удовольствием попробую, наверное, 100 миллилитров это на одну, да, стирку, либо максимум на две. Не знаю, посмотрю, погуглю, на какой вес, как им пользоваться, но с удовольствием попробую, обязательно вам расскажу. И, кстати, упаковочки потом можно будет использовать дома. Очень пригодятся, хорошая упаковочка. И они, кстати, были очень хорошо упакованы, но я уже убрала все тут пленочки, которые были. Они тоже хорошо их упаковали, чтобы не навредили посылочки. И еще один пробничек здесь был. Это уже гель для мытья посуды. Он подходит для фруктов, для овощей, для посуды, для детских игрушек, для детской посуды. И он интересно пахнет мятой и лимоном. Здесь 100 миллилитров, не знаю, насколько его хватит, но выглядят данные средства одинаковые, такие желеподобные какие-то. Как все попробую, обязательно вам расскажу. Так что вот так вот. Вот такие были у меня новиночки в уходе за домом. Если вы пробовали данную продукцию, конечно же, дайте мне знать. Интересно узнать ваше мнение, понравилось вам или нет. Возможно, вы мне посоветуете какой-то растительный бренд, который тоже производит натуральную косметику в уходе за домом. Конечно же, дайте знать. Интересно попробовать, потому что я решила сейчас потихонечку переходить на натуральные какие-то ухаживающие средства за домом, потому что, как я уже сказала, обычные химические средства вызывают у меня аллергию. Так что как-то вот так. Не забывайте подписываться на мой инстаграм, чтобы не пропустить там новинки Miskik9970, я тоже рада вас всегда видеть. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить здесь свежие видео. Я вас всех люблю, целую, берегите себя и своих близких. С вами была ваша Ирина. Увидимся в скором будущем в новом видео. Всем пока-пока!